Так, сейчас мы вам покажем и объясним, как делают сбор лошади. Сбор лошади нам нужен для того, чтобы лошадь сгруппировать. Как это делается? Вообще это все очень непросто и нелегко. С первого раза может и не получиться. Вот, значит, для этого подбираем повод покороче и начинаем лошадь подрабатывать пальчиками. Одновременно работаем ногами, шинкелями, то есть как бы прижимаем шинкеля к бока лошади, сдавливаем. Лошадь начинает от этого подводить задние ноги, начинает группироваться. Всадник начинает подрабатывать лошадь, делает немножко как бы давление на рот создает, и лошадь потихонечку, плавненько начинает голову под себя вниз опускать. Таким образом она начинает группироваться и происходит сбор лошади. Все это делается постепенно, не сразу. Я думаю, что сразу у вас так вот сделать не получится. Это со временем все придет. Вот. Но не спешите, все делайте постепенно. Когда лошадь у вас хотя бы раз сдаст голову вот так вот в затылке, округлит шею, то вы обязательно похвалите ее. Кать, похвали. Ага, и можно будет дать сахарок. Вот. Но у нас наша лошадь уже опытная, турнирная, поэтому она собирается уже быстрее. Причем высшей точкой сбора должен быть затылок. То есть, вот где ушки у нас начинаются, и шея, как бы дальше вот продолжение шеи от ушек, вот эти сантиметров 10-15, это должен быть высшая точка сбора. Причем носик у нас не должен сильно уходить за отвес. За отвес под себя. То есть как бы нос у вас должен быть вот так четко под прямым, под прямой линией. Вот видите, как она сейчас делает. Вот это очень хороший сбор. Вот. Так мы делаем сбор на шагу. Теперь также мы вам покажем, как должна лошадь бежать собранной рысью.